Добро пожаловать на канал Хардрес. Это инфо. Перед нами находится устройство Nokia 8210. И сейчас я покажу вам, как добавить фотографию контакту. Итак, открываем меню, выбираем контакты, выбираем контакт. Нажимаем с левой стороны на кнопочку и выбираем «Изменить контакт». И далее выбираем «Изменить фотографию». И здесь мы можем выбрать фотографию, можем ее немножечко обрезать. Вот, и нажать на галочку. И на стрелочку, и нажать «Ок». И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.